Господа, добро пожаловать в Черный Дозор, самые элитные войска мира. Сейчас вам сообщают конфиденциальную информацию. Черный Дозор создали с целью защитить Америку от биологической атаки. В 1963 году вирус Черный Свет истребил город Хоуп в Айдахо. Выжить удалось одному человеку. Элизабет Грин, или как ее стали называть позже, мать. Она была инкубатором вируса. Черный Дозор и Гентек, создатели Черного Света, старались держать вирус мирным способом. Операции продолжались до 2008 года, когда страдающий паранойей ученый Гентек по имени Алекс Мерсер выкрал и выпустил вирус Черного Света. Мы думали, вирус убил его. Мы ошиблись. Мерсер мутировал и приобрел сверхчеловеческие способности. Мерсер ворвался в Гентек и освободил Элизабет Грин, мать. Вскоре вспышка эпидемии поглотила весь Манхэттен. Нам не удалось держать вирус. Мы прибегли к ядерному решению, но Мерсер помешал нам достигнуть цели. Он похитил боеголовку и взорвал ее над океаном. Мы полагали, он погиб. И мы снова ошиблись. Конец водного инструктажа. Хочу еще сходить на карусели. Да, милая, покатаемся на каруселях, как только вернусь. Но тебе пора спать. Прощайся и передай трубку маме. Спокойной ночи, пап. Люблю тебя. С тех пор, как вернулись, только и болтает о карусели. Как я по вам скучаю. Да, я тоже. Скучает Джимми. Я тоже по тебе скучаю. Ученым из корпорации Гентек, несмотря на все попытки, до сих пор не удалось найти объяснение так называемой вспышки. На место уже прибыли элитные войска под названием «Черный дозор». Я думала, все уже кончилось. А теперь говорят, что опять началась эпидемия. Постарайся успокоиться, хорошо? Через пару недель вернусь домой, и тогда поедем к твоей матери, пока все не уладится. Свидетели утверждают, что вчера в Центральном парке женщину и двух подростков убил так называемый «живой мертвец». Представители Гентек подтвердили, что преступник действительно заражен вирусом Мерсера, который все считали истребленным еще в прошлом году. За окном постоянно маячит черный дозор. Школу Майи закрыли. Вряд ли стоит тут оставаться. Пришли, просили не разводить тут панику. Тогда не разводи панику, договорились. Приеду завтра вечером и отвезем Майю к твоей матери. Ладно, если говорят, что все под контролем, значит так и есть, да? Считают, что «Черный дозор» ведет в городе военное положение в ближайшие двое суток. Мы настоятельно рекомендуем всем
всем, кто может, начать эвакуацию прямо сейчас. За последние 72 часа вирусная эпидемия достигла небывалых масштабов. Очевидцы сообщают, что видели Алекса Мерсера, ответственного за эту катастрофическую вспышку. Простите. Жаль, что я так далеко от вас. Скучаю, папуль. Я тоже, моя милая. Но не бойся. Папа уже едет. Это чертово! Сёгун, это ниндзя 3-3. Вас понял, 3-3. Что там у вас происходит? Выясняю. Вот дерьмо. Алекс Мерсер. Алекс Мерсер. Дерьмо. Ред Краун. Алекс Мерсер находится в квадрате 3-4. Повторяю. Алекс Мерсер на горизонте. Квадрат 3. Ниндзя 3-3, это Ред Краун. Высылаю к вам подкрепление. Удерживайте свою позицию. Ред Краун, внимание. Я не в гребаном черном дозоре. Что? Все? А эта тварь что задумала? Матерь Божья!
Что, думаешь, я за тобой не пойду? Не смей от меня убегать! Набегался! Что? Это все от вируса. Отвали от меня! Сука.